Подмена была. В Челябинском зоопарке признались, что так и не нашли сбежавшую еще летом обезьяну. Вместо этого купили новую и выдали ее за пропажу. После этого скандала зоологи раскрыли также тайну гибели страусов и оленя. Светлана Свечкарева расскажет подробнее. Это пресс-конференция. Больше похожа на допрос. Несколько дней сотрудники зоопарка скрывались от прессы, отказывались давать комментарии. А слухи росли, как снежный ком. Поэтому пришлось сделать хоть и ожидаемое, но от этого не менее сенсационное признание. Сбежавшую обезьянку так и не нашли. Подменили на другую. И слукавили, заявили, беглянка вернулась. Ответственность за обман берет на себя заместитель директора зоопарка. Объясню, почему мы... так скажем, представили, точнее я представила факт, что обезьяна вернулась из зоопарка, точнее в зоопарк, в целях, так скажем, сохранения какой-то, сохранения репутации зоопарка, поскольку очень много негатива идет со стороны, так скажем, на зоопарк. Обезьянка Саймири сбежала из зоопарка еще летом. Выскочила из клетки, когда сотрудники принесли еду. Два месяца мартышка скрывалась в парке Гагарина. Горожане и сотрудники часто видели ее и даже снимали на мобильные телефоны. Но поймать не смогли. Расставляли ловушки, и одна из них пропала. Зоологи утверждают, обезьянку украли, потому что видеть ее в парке жители перестали. Тело животного тоже не нашли. Форма маленько, ушей другая. Более застремные. Наталья Шишкова новую обезьянку от своей бывшей подопечной отличить легко. Но простой посетитель подмены не заметит, утверждает сотрудница зоопарка. Разве что по зубам. Сбежавшей Саймире было 7 лет, новой всего 1,5 года. На это и была сделана ставка, объясняет Наталья. Она лично договаривалась с красноярским зоопарком, чтобы купить точно такое же животное. Хотела сама заплатить 72 тысячи рублей, но коллеги помогли, скинулись. Я озвучила, что так как я материально ответственное лицо за это животное, я буду, естественно, восполнять и пойду брать кредит. Но сотрудники зоопарка, мои коллеги, узнав об этом, они просто помогли мне и приносили деньги. Сотрудникам пришлось раскрыть еще одну тайну – смерть страусов, которых Челябинский зоопарк выменил на своих лам у Златоустовского парка птиц. Две самки скончались буквально друг за другом. В живых остался только вот этот самец. Это его первая прогулка, только для прессы, чтобы убедиться – жив. Соседи по вольеру – верблюды. С удивлением разглядывают странную птицу. А эти кадры сделаны во время вскрытия погибших страусих. Пустая бутылочка валялась, он заглотил, и туда корм набили. Смотрите, оно... В желудке одного из страусов находят бутылку. Зоологи зоопарка заявляют, страусов плохо кормили в парке птиц. Поэтому голодные животные ели все, что видели. Утверждают, птицы были истощены. Вместо положенных 150 килограммов одна весила 40, другая 70. Кроме того, страусы страдали хроническими заболеваниями. В парке птиц на Таганае такими обвинениями возмущены. Утверждают, здоровых птиц, как оказалось, выменили на пару лам, которые настолько стары, что и размножаться уже не могут. А самец и вовсе слеп на один глаз. Сотрудники парка обвиняют Челябинский зоопарк в гибели своих питомцев. Рассказывают, их везли до места назначения в холодных коробках несколько часов. Им было тяжело. Это для них стресс. Вот. И, видимо, им не оказали все-таки должного ухода. Именно вот в эти дни, пятница, суббота, воскресенье. Что и оказалось наверняка критичным. Потому что обезвоживание, сами понимаете, наступает не за одни сутки. И не за неделю, не за месяц. Обезвоживание – это дело там 2-3 дней. Сегодня в зоопарке погибло еще одно животное – полуторагодовалая олениха. Сотрудники зоопарка предполагают, молодое животное отравили. Вот в этом вольере жила погибшая олениха по кличке Пятнышко. Неделю назад она стала отказываться от пищи, а потом и вовсе впала в кому. Обо всех этих историях в зоопарке сообщать широкой публике не собирались. Информация просочилась в прессу после того, как одна из сотрудниц попыталась выкупить предположительно больного коня и объявила сбор средств. Сотрудники зоопарка заподозрили ее в мошенничестве. После некий анонимный источник стал сообщать о всех смертях в зоопарке в прессу. Как вы пишете в своих репортажах, некий анонимный источник, он существует. Зачем он это делает, мне пока не понятно. Какие у него есть цели и задачи. С
Скандалы в челябинском зоопарке давно стали привычным делом. Так предыдущего директора Галину Тютину уволили за неумение вести хозяйство и растраты. Женщина восстановилась через суд и снова была уволена. Еще один директор, Владимир Богомолов, погиб. Сейчас на этом посту Юрий Леончик, к слову, бывший руководитель оперного театра. Поэтому журналисты задают вопросы и на эту тему. Не считаете, что такое у вас место с плохой славой, да? И все время с какими-то скандалами уходили люди отсюда. И вообще умирали. Вы не думаете, что вас просто хотят конкретно вас выжить? Пока нет. Руководство зоопарка собирается отправить тело оленя на экспертизу. Если отравление докажут, обещают обратиться в полицию. Выжившего страуса хотят вернуть в Златоуст, а пожилую пару лам забрать обратно. Светлана Свичкарева, Антон Захаревич, ОТВ. Всю историю пропавшей обезьяны и погибших страусов читайте на нашем сайте 1obl.ru.